Томат шоколадная маниста. Кусты у томата имеют индетерминантный тип и дорастают до 2 метров. Образуют длинные кисти по 20-30 помидоров, которые созревают на 110-120 день. Это соответствует среднеспелому или среднераннему сорту. Плоды мелкие, по 25-35 грамм. У них сливовидная овальная форма, блестящая кожица и насыщенный шоколадный цвет. На вкус сладкие, обладают приятным ароматом, сочные и вкусные. Преимущества. Прекрасный вкус. Красивый внешний вид. Хорошая урожайность. Универсальное использование. С одного куста получают примерно 4 килограмма плодов. В южных регионах этот томат можно выращивать без укрытия, а в средней полосе и более холодных областях понадобятся пленочные укрытия и теплицы. Растение нужно вести в один или два стебля. Требуется опора или шпалера.